Привет, друзья! Это канал Одесса-Прага, и мы сегодня поговорим, я Анатолий, мы сегодня поговорим, что мы же можно привезти с Чешской Республики домой, на Украину. Каждый везет что-нибудь свое разное, кто бихеровку, кто фернет, кто пиво, кто все что угодно, конечно. Ну, не знаю, как-то бихеровка уже не актуальна, уже фернет тоже. Пиво обычное, пойти в Альберти набрать... Старопрама на Гамбринуса тоже как-то не сильно. Ну, вот я расскажу свой, как бы, вариант, что мы берем. Значит, первый вариант, многие знают, шоколад студентка. Разных видов. Белые, зеленые, какие хотите, там, горки, молочные и так далее. Значит, стоимость такое 25 крон по скидке. Это приблизительно 27-28 гривен украинских. Очень неплохой шоколад. И 200 грамм, кстати, стоит здесь. Очень неплохой шоколад за эти деньги. Идем дальше. Макароны Танзани. Вот такие вот. Вот такие вот. Стоимость 20 чешских крон. Либо вот такие вот спагетти. Тоже 20 крон, либо вот такие вот, стоимость 20 крон, 20 крон приблизительно, 22-23 гривны, тоже очень неплохой вариант, очень хорошего качества макароны итальянские. Идем дальше. Печень трески. Мы берем вот такие фирмы, они в принципе разные есть. Стоимость 25 крон. Это тоже приблизительно там 30 гривен, где-то, может быть, 28 гривен украинских. 120 грамм, 115 грамм, тут разный вес. Очень неплохой вариант. У нас они, насколько я помню, стоят что-то от 40 гривен, там 40-50 гривен. Очень неплохая цена и очень полезная вещь. Печень трески, много полезных веществ в ней. Идем дальше. Оливковое масло. Мы берем греческое, вот такая бутылочка, стоит на греческом огне 750 грамм, миллиграмм, 750 миллиграмм, грамм, то есть, да. Значит, 750, стоит она 130 крон. Очень неплохое масло, ну, мы просто пьем все в семье маслом, я не знаю, может, кто-то готовит, как бы там, мы пьем, и для нас это как лекарство. Поэтому очень неплохой вариант. Пользуйтесь вариантом. Пиво. Ну, для меня уже не актуально пиво. Просто пойти выпить Гамбринуса и Старопрамена или даже Ползеня. Ну, как-то уже не то. Я стараюсь пить такие пивасики с пивоварен. Как бы более такое что-то оригинальное и необычное. Поэтому вот последний мой пивовар. Это пивовар-гостевар. Это на остановках где-то Болонска 125-м автобусом. И такой очень приличный пивовар, где можно покушать. Резервация, правда, на всех столиках практически. Пробиться нереально с самого утра. Очень пользуется большой популярностью у чехлов. Ну, турист туда не пойдет, потому что это как бы спальный район. Как бы очень качественная еда, действительно. И очень приличные цены. Ну и пиво 5 сортов варят. Называется очень просто, гостевар, вот я брал 13-ку, это литровая такая бутылочка, стоит она 74, 76, 78 крон, в зависимости от сорта пива, 10-ка, 12-ка, 13-ка. Я посоветую вам 10-ку, Эль, на травах, очень приличная вещь, это была 13-ка у меня, ну тоже неплохая. И на подарок, кстати, прикольно, и просто попить вот. Очень хорошая вещь. Что еще? Ну, вроде бы все. Всем хорошего дня.